В агентствах по недвижимости горячая пора. Клиенты торопятся приобрести недвижимость. Цены на жилплощадь растут. Средняя стоимость однокомнатных квартир в Алматы и Шымкенте фактически сравнялась. Такую жилплощадь используют как дополнительный доход. Квартиры сдают в аренду. Особый интерес горожане проявляют к вторичному рынку. Однокомнатные квартиры можно приобрести от 3 миллионов тенге. Меньше всего покупают недвижимость из разряда бизнес-сегмента. Цены доходят до 70 миллионов тенге. Ну, цены, значит, идут у нас в зависимости от района, от состояния, от этажа. В центре однокомнатные квартиры сколько стоят? Ну, в центре, значит, от 12 до 15 миллионов. А двухкомнатные? Двухкомнатные идут, ну, где-то с 14 до 20 миллионов. А в отдаленных районах, на севере просто? Ну, в отдаленных, ну, немножко дешевле, значит, в отдаленных районах, микрорайонах, значит, однокомнатные где-то, ну, 11... 12-13 миллионов, а двухкомнатные, значит, ну, также вот, от 13 до 18 миллионов. Где лучше всего покупать, в каком районе? Ну, выбирают, значит, в основном как? Выбирают, чтобы недалеко было от места работы, чтобы по локации, чтобы все было в шаговой доступности, то есть, чтобы инфраструктура была развитая. Эксперты поясняют, причин для роста цен масса, основная спрос – он в последнее время увеличивается. Давят на рынок жилья и валютные колебания. Растущий доллар поднимает стоимость недвижимости. Эту двухкомнатную квартиру 3 года назад покупали за 12 миллионов тенге. В ней есть все самое необходимое. Кухня, санузел, зал и спальня. Теперь, чтобы приобрести похожую квартиру, придется заплатить в 2 раза больше, то есть 25 миллионов тенге. Риэлторы предполагают, что ценовое ралли на рынке недвижимости может продлиться от 2 до 5 лет. Очередной скачок рискует спровоцировать запуск новой жилищной программы в следующем году. Дорожать, скорее всего, будут. Намного их? Ну, зависит от рынка, от спроса. Ну, спрос есть, как бы сейчас наш город приобрел статус уже в течение 3 лет. Мегаполис у нас стал 3-4 лет. Ну, соответственно, уже спрос идет. И статус города повысился. И население приток идет. Ну, раз есть спрос, значит, есть предложение, и, соответственно, будут цены поднимаются. За последние полгода цена за квадратный метр в Шымкенте выросла с 323 тысяч тенге до 354 тысяч. Стоимость новостроек за год выросла почти на 14%. На вторичном рынке рост составил 20%. Больше всего жилья казахстанцы приобрели в ипотеку, в основном это квартиры. Дома с участками занимают всего 15% спроса. Эмир Юнусов, Амантай Уэльбеков, Нургильды Садуакасов. Информационная служба телекомпании ОТРАР.